нас поздравляют. Дорогие друзья, примите поздравления с традиционным праздником еврейского народа Ханукой. Данный праздник дорог семье каждого еврея, и в каждой семье уже сегодня царит предпраздничная атмосфера ожидания. В нашем городе многие костромичи разных народов знают этот праздник благодаря общине, которая зажигает свечи в городе, у филармонии. Это уже стало определенной традицией. Я поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, праздником радости, света, и хочу пожелать каждой семье определенных надежд, ожиданий от будущего радостных, чтобы все получалось, чтобы в семьях ваших царило счастье, благополучие, уют, все были здоровы. С праздником, всего вам самого доброго!